Один человек погиб и еще один серьезно пострадал в автомобильной аварии на трассе Красноярск-Канск в Манском районе. По предварительной информации, водитель грузовика ДАФ выехал на встречную полосу и врезался в Мерседес. От мощного удара водитель Мерседеса погиб на месте, а предполагаемый виновник доставлен в больницу. Ехали друг на дружке. Инспекторы остановили два автобуса, битком набитых мигрантами. Вместо разрешенных 7 пассажиров в салоне находилось 23-26 человек соответственно. Люди размещались в несколько ярусов, некоторые спали прямо на полу. В довесок к этому нарушению обоих водителей не было ОСАГО. Уникальный автопробег устроили в честь годовщины Универсиады в Красноярске. В нем приняли участие водители, которые работали на международных спортивных соревнованиях. Всего в заезде было около 1,5 десятков автомобилей. Они проехали по нескольким спортивным объектам и финишировали возле арены «Платинум», где проходило открытие и закрытие Универсиады. В Красноярском зоопарке родился тамарин. Это небольшая обезьянка, длина тела которой не превышает 25 сантиметров, а вес всего 450 граммов. Еще их называют игрунками. Сейчас малыш уже начал ходить самостоятельно, но больше всего времени детеныши проводят на спине самца, который отдает детеныша матери только для кормления.